Котельная на улице Северной была построена в 1964 году и уже давно нуждалась в обновлении. Скоро обеспечивать жителей теплом ей будет помогать дополнительный корпус новой котельной. Зовем Ростехнадзор, сдаем Ростехнадзору под газовым давлением объект и газовую составляющую и запускаем ее на пусконаладочный работу. ВНР начинается и начинаем уже от нее подавать тепло. Работы находятся на завершающей стадии. До конца ноября запланирован технический пуск объекта. Глава округа Андрей Иванов проинспектировал готовность котельной, сделал несколько замечаний. Привести благоустройство в надлежащее состояние, вот, также посмотреть именно, как он выразился, по-хозяйски подойти еще раз к проекту благоустройства, чтобы запланировать какие-то на будущее там дополнительные площадки там для техники, для каких-то возможных работ. Особое внимание заострил на висящих кабельных коммуникациях, которые необходимо убрать в землю, дабы не портили внешний вид. Также сказал проработать план освещения, поскольку, по его мнению, его на текущий момент недостаточно. К подключению готовятся 3 котла немецкие горелки. Все по последнему слову техники. Управление температурой автоматическое, что позволит значительно экономить газ. Осталась финальная, но довольно масштабная часть работы по подведению газовой трубы. Сейчас идет монтаж уже финальный вот подвода газа, то есть со стороны подрядчик уже все смонтировано, то есть сейчас работает именно подрядчик Мособлгаза, который должен сделал прокол через дорогу и, соответственно, подвести трубу уже в свою сеть. Если пробное подключение пройдет без замечаний, уже до Нового года котельная будет запущена в эксплуатацию. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».